Привет, ребята! У нас продолжение игры «Ударный отряд котят». Новая игра называется «Бой на последнем рубеже». Приятного вам просмотра! Не забывайте подписываться, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Битва на последнем рубеже продолжается уже много дней и ночей. Ударный отряд успешно отражает атаки отрядов наемников короля Лис, который дал приказ захватить крепость. На помощь енотам приходят чудовища, но им не удается переломить ситуацию в битве с ударным отрядом. Котята разбили в пух и прах 5 монстров. Кунзилу, Кунтанг, Глакона, Кунбазера, Рыба-Кунзилу. Остался непобежденным еще одно чудовище Куназорт. Об этом будет 9 серия. Ребята, как вы думаете, кто победит в битве ударного отряда котят и Куназорда? У нас атака 48 уровня. Ребята, теперь вы понимаете, как долго идет битва на последнем рубеже, сколько отрядов енотов уже разбито, а они как тараканы все лезут и лезут. Бой идет практически на равных, это видно по всплывающим цифрам. 1753 единицы – ударная мощь у ударного отряда против 1430 у енотов. За счет огневой поддержки со стороны сторожевой башни котята начинают теснить отряд енотов. У нас очередная атака не дает котятам перевести дух, вновь подошедший отряд наемников-енотиков. Первая линия атакующих енотов в очень грозных боевых костюмах. Наших котят этим не испугать, они решительно вступают в бой. Покой бойцам ударного отряда только снится. Воля плюс характера чаши весов успеха склоняется на сторону ударного отряда. Еноты вылетают пачками с поля боя. Умопомрачительная цифра. Атака 50 уровня. Ребята, кто угадает, сколько всего будет уровней? Как обычно, ударный отряд применяет тактику первого удара. Котята не дают опомниться енотам. Секретным оружием котята выводит из боя пару енотов. Они их замораживают на время. Очередной отряд наемников разбит. В ударном отряде потерь нет. Добыт очередной боевой костюмчик. Сторожевая башня первой вступает в бой, осыпая енотов табуретками и скалками. А дальше всю эту суету поддерживают котята, в невероятном темпе атакуя енотов. Первые еноты начинают покидать поле боя. Результат боя предопределен. Победа будет за ударным отрядом. Перед началом следующей атаки заходим в комнату для трофеев. Надо потратить неприлично огромную сумму накопленных очков. Увеличиваем ударную способность бойцов ударного отряда. В ударном отряде первая потеря. Обученные санитары летят с носилками. Нелегко приходится бойцам ударного отряда. Очень сильный отряд енотов напал. Вовремя мы увеличили ударную мощь. В какой-то момент еноты начинают прижимать котят к воротам крепости. Но боевой дух ударного отряда не сломлен. Звучит боевой клич котят. Вперед, бей наемников. Единым порывом все было закончено, еноты побеждены. На подходе очень сильный отряд наемников короля Лис. Для котят нет авторитетов, они смело бросаются в атаку.
Бой идет на равных, и у котят первая потеря. Хорошо ударный отряд поддерживают бойцы сторожевой башни. Еноты разбиты. Но что это? Появляется чудовище-монстр Куназорт. Ударный отряд в полном составе. Котята не теряют присутствие духа. Кто боится, тот гибнет. Сразу заходим в комнату для трофеев и увеличиваем запас живучести бойцов ударного отряда. У Куназорда мощное вооружение. Контейнеры с ракетами летят в бойцов. А у отстреливаемых контейнеров есть возможность возвращаться обратно, и они опять готовы к пуску. Котята непрерывно атакуют. Запас живучести чудовища потихоньку начинает убывать. Чудовище подпрыгивает, делая маленькое землетрясение, и несколько котят падают без сознания. Санитары явно не успевают помогать ударному отряду. Наступает очень опасный момент, в строю остается один котенок, но он мужественно продолжает атаковать чудовище. Приходит в себя еще пару бойцов и сразу в бой. Из ворот выскакивает вылеченный боец. Еще поборемся с чудовищем. Куназорт продолжает обстрел ракетами и делать маленькие землетрясения, подпрыгивая. У санитаров работы не убавляется. Жестоко идет битва с монстром. Напряжение боя неумолимо возрастает. Каждый боец отряда на вес золота, поэтому санитары крутятся волчком, чтобы быстрее восстановить раненых котят. В бою наступает критический момент. Только два бойца ведут бой перед воротами крепости с чудовищем. А запас живучести Куназорда все еще велик. Котята держатся только на морально-волевых, а иначе победы не видать. Бойцы сторожевой башни без устали осыпают чудовище градом ударов. Надо сохранить единственного бойца в строю, пока остальные на излечении. Стало полегче. Один котенок вернулся в строй. Совсем неплохо. Еще один боец вернулся в строй, теперь можно более-менее планировать атаку. Но не тут-то было. Ракетный удар, легкое землетрясение опять лишают отряд практически всех активных бойцов. Чаша весов успеха постоянно балансирует на тонкой грани между поражением и победой. Очень сложно для ударного отряда протекает битва. Никаких прогнозов нельзя строить. Только вера в победу над Куназордом поддерживает боевой дух отряда. Очень сильно помогает ударному отряду быстрое выздоровление раненых котят. Не зря мы покупали эту способность для котят. Ребята, вы видите, как быстро движется шкала над воротами. А запас живучести чудовища неумолимо уменьшается. Тоже мне Кощей бессмертный. Опять критический момент. В строю один боец. Он мужественно атакует Куназорда. И наступает момент истины. Чудовище подпрыгивает. И весь отряд на земле, кто был ранен. Кто потерял сознание? Только со стороны сторожевой башни летят табуретки и скалки. Но вот снова в бою вылеченный боец. Еще один пришел в сознание. Еще попортим настроение чудовищу. Ракеты делают свое дело. Опять в ударном отряде потеря. Положение в отряде критическое. Но каждый котенок стоит десятерых.
свершилось. У монстра закончился запас прочности. Это победа. Котята отбили все атаки на крепость. Ребята, кому понравилось, подписывайтесь, комментируйте. Будут новые приключения ударного отряда котят.